С помощью космического телескопа «Хаббл» астрономы впервые наблюдали явление, сопутствующее гравитационным волнам – килоновую при слиянии нейтронных звезд. августа 2017 года проект LIGO обнаружил гравитационные волны, распространяющиеся через ткань пространства-времени. Спустя всего лишь 2 секунды космические телескопы также увидели короткую гамма-вспышку в этой области на небе. Это совпадение, которое никогда до этого не видели, вселило надежду в астрономов в то, что они стали свидетелями катаклизмического события, когда две нейтронные звезды соединились, вызвав взрыв. Если это так, то это событие должно было сопровождаться явлением в визуальных лучах под названием «килонова». Началась охота. Хаббл присоединился к компании телескопов Европейской Южной обсерватории и других обсерваторий во всем мире, чтобы найти этот новый источник света. Они искали иголку в стоге сена, призрачный отблеск среди миллионов звезд. Удивительно, что спустя всего несколько часов они смогли ее найти в галактике NGC 4993 на расстоянии в 130 миллионов световых лет от Земли. В течение нескольких следующих недель астрономы использовали группу телескопов для получения данных от килоновой. Слияние нейтронных звезд – настоящие плавильные печи, где выпекается множество химических элементов тяжелее железа. Килоновая в 1000 раз ярче обычной новой. Она выбрасывает эти элементы в окружающее пространство. Эти элементы включают в себя золото, как драгоценный металл, платину для каталитических конвертеров в машинах и уран для ядерных реакторов. Такие взрывы до этого еще никогда не открывали, а теперь можно было один изучить во всех подробностях. Наблюдения открыли экстраординарное, быстро меняющееся явление, близко следующее теории. Тяжелые радиоактивные элементы выбрасываются в космос со скоростью, составляющей пятую часть скорости света. На протяжении нескольких дней цвет сверхновой радикально поменялся от синего к красному, быстрее, чем в любом наблюдавшемся до этого взрыве звезды. Это событие отмечает начало новой эры многосигнальной астрономии. Впервые мы смогли соединить световые сигналы с гравитационными волнами, чтобы создать совершенно новый путь познания Вселенной. Now that you've caught up with Hubble, make sure to get the latest from the ground, too. The ESOcast highlights the best of the European Southern Observatory and its powerful telescopes that observe from high in the Chilean Andes, at the Southern Hemisphere's best-known sites for astronomical observations.